Добрый вечер, наша недельная глава Баалот-Ха. Сегодня передо мной книга Рава Шерки, которая называется «350 слов». И там две коротких статьи на каждую недельную главу и на каждую автору по недельной главе. Коротких, размером в 350 слов. И сегодня мы поговорим об авторе нашей недельной главы. Значит, автора пересекается с главой темой Меноры, собственно, зажигание светильников Меноры, да, говорится об этом в недельной главе. И автора – это книга пророка Захария. Кстати, такая же автора читается на праздник Хануку. Итак, статья называется «Идут ле баэ олам» – «Свидетельство приходящим в мир». Автора открывается рассказом о возвращении Шхины в Сион и последствия этого возвращения на человечество. «Веселись и радуйся, дочь Сиона, потому что я пришел и буду обитать среди тебя, говорит Господь, и присоединятся народы многие к Господу в тот день». Захария, 2 глава, 14-15 стих. И в конце авторы Шхина изображается в виде золотой миноры, подобной той, что была в храме. Близость этих двух тем выражает доказательство слов Талмуда, трактат Минхот 86 Бет. Минора служит свидетельством всем приходящим в мир о том, что Шхина обитает в народе Израиля. Так, теперь я немножко объясню. Итак, у нас есть две темы во вторе. Начинается автора с того, что вернулась Шхина в Сион, и вследствие этого народы приближаются, присоединяются к народу Израиля. И заканчивается автора другой темой, Менора, да, просто описание золотой Меноры. Как бы это одно с друг другом не связано, вот, но Рав Шерки находит высказывание из Талмуда, которая говорит следующее. Менора служит свидетельством приходящим в мир о том, что Шхина обитает в Израиле. То есть таким образом я заглянул в Талмуд, то есть там тема такая, задается вопрос, да, зачем нужна Менора в Мишкане или же в храме, да, кому она дает свет? Всевышнему этот свет не нужен, да, там говорится, что мне не нужен свет, потому что я сам водил вас по пустыне и освещал огненным столпом. Кому нужен свет? Да? Свет нужен вам. И дальше говорится о том, что вот эти окна, которые были в храме и устроены были особым образом, что они были узкие внутри и широкие снаружи, это противоположно тому, как делают в доме, где живут люди. Да? И это намекает на то, что храм освещает мир, то есть вот этот источник света, который находится в храме, вот эта менора, она освещает весь мир. То есть таким образом получается, что храм выглядит как такой некий дом на горе, на высокой, да, в котором горит свет, этот свет освещает весь мир. Да? И вот эта вот та шхина, которая этот свет привлекает вот эти народы. Таким образом они все начинают приходить, присоединяться к Израилю, о чем говорится как раз в начале авторы. Если до сих пор понятно, если нет вопросов, тогда мы двинемся дальше. Да, у меня в том, что я буду говорить, похоже к тому, что ты говоришь, но там как бы больше внутренне еврейско-израильский, скажем, а не народы мира, поэтому очень хорошо, что вот ты сейчас про это говоришь, это как бы будет дополняющее, все замечательно. Окей. Отлично. Тогда идем дальше. Однако Менора установлена снаружи Кодыш Кодашим, да, снаружи Святого Святых. Так что на первый взгляд это выглядит, что ее святость меньше, чем святость Ковчега Союза, в котором находится Тора. Итак, значит, внутри Святом Святых находится Тора, снаружи находится Менора. Да, снаружи, соответственно, святость меньше. И это соответствует мысли о том, что народ Израиля и Шхина, обитающие в нем, вторично по отношению к Торе, второстепенно по отношению к Торе. Рав Кук объясняет, что это не так, что это только с внешней стороны
А с внутренней стороны наоборот, что поскольку Тора предназначена для Израиля, дана Израилю, и Израиль предшествовал ей, да, в мысли Всевышнего, «Улак душата эль манура», тогда получается, что святость Израиля выше, чем святости Тора, да, Аарона Брит. То есть здесь смысл такой: с точки зрения расположения Торы и Менуры в Мишкане, Тора выше, потому что она находится в более святой части, Кодеш Кодашим. С той точки зрения того, что Тора дана Израилю, да, если мне что-то дают, то я главный, потому что мне это дают. То есть она предназначалась для Израиля. С этой точки зрения Израиль выше. То есть и Рав Кук говорит, что та точка зрения, с которой Израиль выше, она внутренняя, а та точка зрения, с которой Менура, то есть Израиль вторичен по отношению к Торе, она внешняя. Идем дальше. Дальше идет цитата из Рава Кука, с которым у меня, как всегда, сложности с его ивритом. Да. Попрошу старших товарищей, да, мне помочь. Менура кулелит душат нишмат Исраэль митсад ацма. Менура заключает в себе святость души Израиля сама по себе, да? Ну да, имманентная как бы. Имманентная святость, да? Что выглядит на первый взгляд внешним по отношению к Торе, которая находится в Кодеш Кодашим, святом святых. «Веймет хи мейра лаколь, веги сод эдут ле Исраэль». То есть вот здесь непонятно мне, где расставить акцент. Да? При этом она светит всем, является свидетельством Израилю. Является тайной свидетельства Израилю. Менура. Ну да. «Илаши яхула легаир бехуц гамкен». И она может... Да, я думаю, что как бы длинное предложение, но идея такая: сначала сказать, что эта менора как бы имманентная для Израиля, в этом ее сот, что она светит для Израиля, но это с одной стороны, а с другой стороны она как бы светит и снаружи тоже, по-моему, по-простому так. Эла. Эла – это слово «эла» всегда как бы является, ну, не отрицанием, но противопоставлением тому, что было сказано до этого. Эле – это типа аваль, только сильнее. Вот, понимаешь, вот «Ле Исраэль», а потом «Эле». Все, что после «Эле», является как бы, ну, в каком-то смысле опровержением то, что было сказано до этого. Так а что важнее в итоге получается? То, что она светит наружу, или то, что ее... Ну, или тут ее... написано «гам». Ну, «гам» в смысле тоже. А на каком что сильнее, ну, может быть, дальше будет сказано. Пока что сказано «гам». «Гам кен» – это то тоже. Ну, хорошо, тогда пойдем дальше. Ага. Рав Шерки все-таки пишет понятнее, ближе к нам. «Улами каншек душа талма и бейхрех балат акрана универсали». Из этого выходит, что святость народа неизбежно несет в себе универсальное излучение. Ну да. То есть святость народа, она есть, да, но это при этом она излучает. Да, вопрос в том, что... Что важнее, «Бофен шетхи», как бы то, что лежит на поверхности, можно было бы подумать, что существует такое иерархическое разделение между собственной святостью народа, как она выражается в национальной сфере, по сравнению с универсальным излучением этой святости. Да. И влиянием ее на народы мира. И на Эласрах, да. И вот это влияние на народы мира – это не что иное, как… Небольшое преимущество, по-моему. Сраходов – это… Срах – это отрицательное, это нехорошее слово. Сраходов – это, ну, как бы небольшое, как бы дополнение. Как бы излишек, да? Как бы да, вот типа излишек, да. Да. То есть здесь вопрос такой, да, что как бы эта святость Израиля, она ради самой святости,
А вот это излучение, оно как бы побочные действия, да, как бы крошки, которые падают со стола, да, там, для собак, они же не для собак изначально. Еда для тех, кто ест за столом, да, то, что падает, оно падает. Ну, я бы не стал все-таки собаке, а типа того, что если прожектор сильно светит, то вот куда-то доходит свет тоже в какие-то отдаленные углы. Не потому, что прожектор намеревался их освещать тоже, а потому, что он просто такой сильный, ну, как бы переливает, да, свет. Но вот Равшаки, наверное, сейчас будет говорить, что это не так. Да, да. В Элоге, да, действительно, так. Это не так. Обособленность народа предназначена для того, чтобы более хорошо служить цели. И вот эта цель, да, она выражается в стихе «Благословятся в тебе все семейства земли». Ну да. «Меахарши эйн хавуш». Исходя из принципа, что не способен заключенный сам себя вызволить из тюрьмы, да, и должен кто-то другой, отделенный от него, помочь ему. За Исод ле Нивдалуто Шелям Исраэль Меомот. И в этом как бы основа отделенности народа Израиля от народов. Да? То есть он должен быть отделен для того, чтобы спасти вот эти народы. Потому что народы, они сами себя вывести из изгнания не могут. Вот этому принципу, что тот, кто сидит в тюрьме, никто об этом не знает, должен быть какой-то внешний человек, который вне тюрьмы, чтобы о нем похлопотал. Это вот мы такой... это слыхаем, мы это видим на самом деле все время, то есть примеры разные, да, начиная с Моше Рабейну. То есть, ну, вообще история человеческая показывает, все время какой-то появляется сторонний лидер, да, а не из среды тех, кого надо спасать, и он их спасает, да, начиная с Моше Рабейну, Лавдиле, Владимир Ильича, которого на броневик я привезли там, я не знаю, Эрцель, который был венским журналистом, но я все в кучу. Ну, как бы действительно такая логика получается. Ну, вот Рав приводит цитату из Талмуда, где говорит, что действительно сам сидящий в тюрьме, он сам себя оттуда вытащить не может, должен быть кто-то внешний. Окей. Итак, идем дальше. Ага. Во вторе появляется народ Израиля как выражающий модель для подражания остальным народам. Угу. Мы первый народ в истории, который достиг уровня народ Божий. И у нас учатся остальные народы, так же, как братья учатся у первенцев, своего старшего брата. Да. И дальше продолжаются цитаты из вторых. «Присоединятся народы многие к Господу в тот день и будут мне народом». В процессе истории народ Израиля удостоился коллективной святости в национальной сфере и в политике. Угу. В то время как остальные, у остальных народов мы находим только индивидуальную святость. Угу. Моральную и религиозную. Да? То есть в разных народах были отдельные праведники, моральные, духовные люди. Но такого понятия, как святость, святой народ, да, мы это находим только у Израиля. Однако в будущем удостоятся также они, то есть народы, общей святости, да, коллективной святости. И поэтому не принимают геров во времена Машеха. Трактат Евамо 24. Бет. Потому что тогда уже не будет у человека необходимости как бы искоренять себя из своего народа для того, чтобы удостоиться общей святости. Да. Да? Почему человек делает гиюр? Для того, чтобы удостоиться к душа-таклай, да, коллективной святости, насколько вот следует из того, что написано. А коллективная святость есть только в народе Израиля. Да? И то, что в будущем не принимают геров, то есть в этом просто-напросто не будет необходимости, так как народы через Израиль, опять же, достигнут святости как коллективы. Можно вопрос? Да. И будут мне народом в единственном числе, то есть различия между ними исчезнут, они превратятся в один народ? В гаю ли лаам? Ну, вопрос хороший, я не знаю. Тут нужно ответ мудрецов, там, Талмуда или Рава Шерки. Как минимум. Да, я так сходу на него не отвечу, конечно. Да, это хороший вопрос. Ну, хорошо, вот можно через Нахаму спросить Рава Шерки или просто напрямую написать Рава Шерки. Можно написать на иврите, на английском, он ответит.
Венельву гоим рабим эль ашем бе йом ау ва ю ли ла ам, да. Вопрос, да. Будет мне надо. Возможно, это сводится к тому же спору в Талмуде, примут ли все в конечном итоге гиюр, все станут евреями, да, или останутся народами, но такими святыми, да, и насколько мы знаем, этот спор, он не решен. Ну вот, может быть, тут еще, знаешь, вот, Гриша, может быть, как бы направление ответа, смотри, ведь видно, что есть различия. С одной стороны, как бы будут следовать, но сказано не народы, а сказано гоим. Сейчас не важно, то есть, ну, как бы мы не будем говорить, какой смысл в слове гой, но видно, что как бы идти будут одни сущности, а станут другой сущностью. Написано, если было написано в Энильбу «Амим рабим ваюли ам», тогда будет очевидно, что из множественного делается одно. А здесь, ну, Васян, у меня такое впечатление, что идет о том, что как бы придут нечто другое, которое не народы, ну, я не знаю, по отношению, может быть, к Всевышнему, а вот станут не народом. А народом это другое. Вот, может быть, с этим связано, не знаю, мне кажется. Интересно. Может быть, я осмелюсь сказать, интересно, что Рав Ширкин на это скажет. Мне кажется, может быть, расширенный перевод такой. И прильнут, либо придут ко мне многие нееврейские народы и станут мне как народ Израиля. Ага. То есть гиюр имеется в виду. Вот что-то типа этого, да. Потому что я думаю, что гуим здесь, это в том смысле, что это не евреи по отношению к ам, который ам-кадош в смысле евреи. Вот мне кажется, может быть, вот это вот направление. Это тебе не сказал, это тебе сказал Халила не мудрец, поэтому это надо проверить. Ясно, спасибо. Так, ну и последний абзац, да, от Слахата Масима Универсалит, Мирумамет. Успех вот этой универсальной миссии возвышает Израиль на более высокий уровень, на уровень священников всех народов. «И буду обитать среди тебя», это продолжение цитаты из Захарии, «и унаследует Господь Иуду своей частью, свое наследие на святой земле, и изберет снова Иерусалим». Угу. Ну да. Вот такая статья. Да, то есть основная тема, как я тут вижу, что есть вот святость Израиля как сама по себе, а то, что она привлекает, служит доказательством того, что шхина в народе Израиля и привлекает народ, это как побочное следствие, да, вот этого излучения. Либо вот это излучение, которое доходит до народов, привлекает народы присоединиться к Господу в конце времен. Это является целью вот этого излучения. Да? И вот, да. Насколько я понимаю, Рав Кук вслед Рав Шерки, вслед за Равом Куком, да, основываясь, опять же, на вот этой изначальной фразе из Талмуда, да, Менура служит свидетельством всем приходящим в мир, что Шхина находится в народе Израиля. Да? Тогда получается, что все-таки вот этот свет, его цель – это цель весь мир, да, все человечество. И поэтому такие окна в храме и так далее. И поэтому не может человек вытащить себя из тюрьмы. И поэтому народ Израиля отделен от остальных народов. Есть какие-то вопросы или дополнения? Все-таки интересно, что не Коль Амим, а Амим Гоим. Гоим Рабим, да. Рабим. Ну, это расхожие выражения в разных местах у пророков, вот эти вот гоим рабим, да, появляются. То есть это не понимать так, что кто-то все-таки не удостоится? Я не думаю. Гоим рабим... Можно вопрос такой вот спросить, в смысле аналогии с тюрьмой, значит, из тюрьмы может выпустить тот, кто посадил в тюрьму, у кого есть ключи, как бы, да? Ну, тоже, да. Значит, это Всевышний, как бы, да, то есть так это получилось, что народы наказаны, наверное, я не знаю, как они оказались там в этой тюрьме. Вот, так что получается, что Израиль, он как бы тюремщик, что ли, он как бы ключник, он
так сказать, у него находятся ключи, которые должны ли сам Всевышний может освободить эти народы, в общем-то. И Израиль тут является каким-то посредником, как бы, вот. Наверное, да. Ну, он Гоэль, как бы, по походу. Гоэль, то есть тот родственник, который вызволяет, да, то есть родственник, потому что все дети, все люди – дети Всевышнего, а Израиль – первенец. Таким образом, он родственник. Вот, и здесь вот это вот, как бы, Галут, Геула, то есть народы находятся в изгнании, выход из изгнания – это Геула, а тот, кто выводит из изгнания, он Гоэль. Получается так. Да. Типа как их продали в рабство, а Израиль придет и искупит? Я не думаю так круто, что продали в рабство. Я думаю, что как бы изначально, может быть, как бы непонятный нам до конца божественный план сотворения мира, миров, в том числе человечества, заключался в том, что была сделана некоторая выделенность и вообще как бы рассеянность. Нету одного народа, есть разные языки, есть как бы 70 народов этих символических, правильно? Вот, то есть какая-то обособленность, нету объединенной Европы там или как-то дальше, понимаете? То есть план был не такой. А вот для этого, почему это так, ну, как бы непонятно. Может быть, после Вавилонской башни как бы оказалось, что ну вот не получается, чтобы это были все вместе одним колхозом, что как бы получается отрицательный результат. И тогда как просто бы евреи, которые являются некоторым передовым этим, или как вот Андрей объяснял, да, но вот мне кажется, не тюремщик все-таки, это как бы... То, что сказал Эмиль, действительно, так вот задумываешься, а в чем в этой аналогии функция Израиля, правда, интересно. Функция Израиля быть Гуэлем, но не в том плане, что как бы Всевышний тюремщик, но как бы это следует из того, что действительно пример приводится с тюрьмой, но как бы идея заключается в том, человек, который находится сам внутри чего-то, у него нету как бы, наверное... объективной оценки своей ситуации, и у него нет реальных сил для того, чтобы тебя спасти. Почему? Потому что он находится внутри, такое зачастую бывает. Ну, здесь Всевышний как бы снаружи, в общем-то, как бы, то есть от него все зависит, в общем-то. Ну, хорошо, ну, есть такой еще момент. Да, Эмиль, ну, вначале там же была фраза, да, про Авраама. И станешь как бы брахой для всех, через тебя благословятся все народы. Ну, то есть это действительно какой-то... Ну да, вот Авраам, он как бы, типа, то есть ангелы, которые выполняют функции Всевышнего, то есть они как бы приносят на землю необходимые, значит, вот. Еще такой момент, что, в общем-то, вот когда говорят, ну, я не знаю, там отмечается это или нет, вот насчет святости, что-то более свято, что-то менее свято, то есть это прописано конкретно, конечно, вот, но все-таки тут эта святость, она относится к тому, как нужно относиться к этим элементам, вот, но святость, она как бы нечто одно целое, то есть это некое органическое целое, то есть и Минара, и Шульхан, и Мизбеах, и все вместе, Кодыш Кадышим, это как бы некое органическое целое, мне кажется, как организм, в общем-то. То есть другое дело, что отношение к ним со стороны народа Израиля или со стороны священников значит, определенным образом прописано, как вот в этом как бы святость к тому, как надо относиться. То есть, ну, мне кажется, надо забывать об этом органическом целом, то есть, когда сравнивать. Я не знаю. Да, но ведь есть градации, правильно? Ведь мы же знаем, что есть градации. Да-да, есть, эти градации, они не по степени, а вот и само по себе вот это, вот, допустим, человек, да, вот у него есть голова там и все такое. Вот, да. Он живой, да, вот, для того, чтобы он нормально функционировал и жил, все части, в общем-то, важны для него, да. Вот, и не случайно подчеркивается, кто там, какой коин должен, может возносить, значит, жертву, а какой не должен, да, у кого есть какие-то недостатки, он не может, да, то есть требуется все целиком, значит, чтобы он был весь из себя, как бы, так же, как и животное, которое, значит, приносится в жертву, вот. Ну, то есть храм, он также представляет собой некое органическое целое, в общем-то, то есть это не степень, что более свято и что менее свято, а вот отношение со стороны как бы Израиля, да, со стороны коинов должно быть, допустим,
голове человека относится особенно внимательно и старается, чтобы она у него как бы нормально работала и все такое, и в него одно отношение, да? Вот, но важна и пища, и да, но все. Эмиль, я не очень понимаю, главная как бы тема вот этой авторы, как ее трактует Рав Шерки, основываясь на Рави Кухе, это была идея универсального значения, ну вообще как бы Израиля через образ Минары. Вот то, что вы сейчас говорите, какое это имеет к этому отношение? Я слыхаю, я просто не... Ну, я имею в виду, что эта цельность, она в Миноре и подчеркивается. Случайно она сделана из одного куска чеканки. Может быть, да. Окей. Шедер Гамур. Да? Подчеркивается цельность всего этого, да? То есть все эти элементы важны. То есть я имею в виду просто такой момент, что когда мы говорим что-то вот более свято, что менее свято, не забывать, что это все как бы в целом составляет вот эту необходимость святости каждого элемента, да, то есть это целое. Ну все, это только это я хотел сказать. Да, очень хорошо. Ну хорошо, давайте тогда, может быть, плавно перейдем ко второму докладчику, а это, то бишь, я. И мне кажется, вот тут сейчас произойдет очень хорошее состыкование, потому что буквально я беру эстафету от того, что чем кончил Эмиль, вот, и продолжаю буквально с этой точки. Смотрите, не хочу сказать, мне пришла в голову такая фраза, думаю, жутковатая русская поговорка, что-то такое дышло-вышло, в том плане, что сейчас мы посмотрим, насколько можно взять один и тот же кусок, или, значит, одну и ту же самую тему, один и тот же недельный раздел, да, и даже как бы вот автору, который следует, повернуть совсем другое. Вот Рав Шерки, у которого как бы то, что называется адженда, да, вот есть такое слово, не знаю, английское, наверное, но на иврите тоже адженда, то есть как бы, ну вот мировоззрение такое, да, которое универсальное. Он из этого очень как бы универсальное делает. Мы смотрим Ханан Парад, который как бы, ну, может быть, тогда он как бы, время не пришло, не знаю, но в случае, он как бы был на 100% озабоченный или как бы вовлеченный в чисто еврейские дела, чисто израильские дела. И мы посмотрим, как берет ту же самую Минару, да, и вот практически тоже ее строение и все, и, ну, не то, что делает это выводом, он вообще не идет в ту сторону, идет в другую сторону. Мне кажется, очень интересно посмотреть. Окей? Давайте продолжим. У меня, на самом деле, довольно большая статья, она состоит из многих трех кусков, мне они все очень и очень понравились. Если вы как бы устанете в какой-то момент и все, скажите мне, можно будет как бы закончить и либо на другой раз, либо на следующий год, не знаю как. Окей? Идем дальше. Значит, вот первый у него очень интересная такая штука, она как бы начинается, как вот обычно делает Ханан Парад, ну, такое техническое, галахическое объяснение, просто понимание как бы пшата, вот, и приведение классических комментариев, понять вообще, а как это понять? Вот смотрите, как интересно. У него это вот это первое вообще вся статья, она называется потрясно. Мамы Кораор. А в чем источник света? Имеется источник света, а в чем источник Миноры? То есть, грубо говоря, как она светит, что в ней светит, куда она светит и из-за чего она светит. Да? Вот такая интересная штука. Значит, начинает он, и мне это тоже очень нравится, он начинается с такого скрупулезного разбора вот конкретных фраз. Вот смотрите, написано, наш недельный раздел Балатха, который будет читаться в следующую субботу, да, он начинается, читаю на иврите, да, Балатха это нерот, Эльмуль пнея минора яиру шивата нерот. И практически двух псуках, да, очень много, как бы, ну, скажем, на иврит язычный слух, вот есть очень много странностей. Хочу только, может быть, сейчас секундочку одну поставить себе, а не Эмиля. Так, окей, я думаю, что так правильно. Ну, неважно. Какие странности? Я сейчас от себя тяну небольшой. Он пишет дальше, но просто подчеркиваю. Смотрите, слово «беалатха». Вообще, если речь идет просто про зажигание, то должно было быть написано «при зажигании». То есть, грубо говоря, вот если как у обычных людей, у них идея какая? Ну, есть некоторые освещающие приспособления, да, вот так, газовый светильник или вообще какой-то светильник, правильно? То правильно было бы сказать «беадлакат». «Адлакат» – это про зажигание. Вот сейчас, например, когда есть там церемонии в Израиле, там зажигают лапиды, написано «адлакат». А лапидим, потому что их зажигают, но не говорят «беалат». А вот слово «беалат» – это немножко странно. Это звучит при, как бы, дословный перевод, при возвышении. При возвышении непонятно, почему при возвышении. А вот дальше еще более странно написано «эль-муль-пней».
Эль-Муль – это очень странно. Эль – это вообще то, что вот из этого Эль-Аль, как бы израильская авиационная, это самая государственная компания, да. Эль – это направление, а муль – напротив. И получается такое странное сочетание, которое нам говорит, что вот эта вот как бы конструкция вся эта минары, которую мы сейчас будем разбираться, да, у нее вот это вот зажигание, оно какое-то странное происходит. Почему? Потому что оно уже при первом прочтении создает ощущение каких-то, ну не то чтобы странных, но во всяком случае сложных векторов, по которым должны направляться вот эти зажигающие части. Да? С одной стороны, L – это направление к, да? Направление к миноре, а с другой стороны, муль – напротив. И непонятно, почему к и напротив. Как это связать в одно? Теперь дальше. А вот еще тоже очень интересно. Написано, запомните это, написано «Я Иру», тот будут зажжены, и написано «Шиватанерот». Будут зажжены вот эти семь, я не знаю, свечей, лампад, как угодно. Значит, понятно, что там как бы не там, там было Шемен Зайт, это не как мы сегодня свечи зажигаем. Значит, слово семь, запомните, потому что в нашем сейчас объяснении, которое будет, да, классических, там как раз это вот проблема с тем, что семь. Итак, идем дальше. Что проблема? Проблема вообще текстуальная. Почему? Потому что Ханан Парад пишет, что на самом деле не очень понятно, для чего здесь Тора повторяет то, что уже было написано в книге Шмот. В книге Шмот сама идея, для чего должна быть Менора, и вот эта заповедь о том, что Менора должна быть в Скине, тоже было сказано в, сказано в книге Шмот, Исход, 25 главе, 37 стих. «Веала эт анероте, и будешь поднимать, зажигать, да, ты ее свечи, лампады». Лампады – такое странное слово христианское. Ну, неважно. Я посмотрел в Талдот, они тоже переводят лампады. Значит, в книге Шмот уже написано. И тогда непонятно, да? А в чем, как бы, в чем здесь новшество? Вот Ханан Парад видит новшество в том, или, во всяком случае, хидуш, что то, что новое Тора хочет сказать, вот именно в этом инструкции, да, викториальном. Эль муль пнеа минора, то есть к напротив миноре. Он считает, что вот в этом и есть как бы вот это вот хидуш, новшество, почему это говорится в нашей главе. Итак, как пытаются это объяснить классические комментарии? Они пишут так. Раши говорит, смотрите, есть шесть канав, называют, шесть ветвей, правильно? Значит, Раши объясняет так. Есть вот эта вот центральная, да, она является прямым продолжением миноры. И в этом отношении она отличается от трех, которые стоят по бокам. И он пишет так. Эль муль нера эмцаи. То есть вот эти вот три, они склоняются к центральной, которая является в самом гуфа минора. Она в самом теле миноры, вот эта центральная. И сказано, что зажгутся семь. Почему? Потому что речь идет про эти шесть, которые склоняют, да, свои. То есть они должны быть зажигаться вот так наклоненными к центральными. Для чего? Раша объясняет так. Для того, чтобы не сказали, что их свет нужен для того, чтобы объяснять это пространство Скинии. Почему? Потому что, как бы, ну, идея такая, человек хочет осветить как можно больше пространства, он источник света направляет как бы наружу. Человек берет фонарик, да, понятно, что он не наклоняет его так или там на себе, ну, вот так, скажем, наклоняет его в то место, куда он хочет осветить, как бы, разумно, правильно? А здесь идея в том, что они склоняются к центру, и идея в том, что их задача не освещать, как бы, пространство, которое перед минорой, да? Идем дальше. Дальше еще интереснее. Закручиваем дальше. Вот очень трудно для перевода, ну, он все время пользуется какими-то такими вот ивритскими игра слов. Он пишет то, что сказано «эль-муль-пне аминура», «лефаним у лифне у лефаним». То есть, как бы я, прочитав все, я перевел так. Он сейчас попытается объяснить, что на самом деле идет про то, что это как бы есть сложное движение зажигания.
не как бы одноразовое и однонаправленное, а мы сейчас посмотрим, оно разнонаправленное. Да, и получается, что это внутрь, а изнутри снаружи. Снаружи. Вот такое устройство. Сейчас посмотрим, как это происходит. Очень красиво. Из этого тоже будет, как обычно, очень такие сильные идеологические выводы, мировоззренческие. Да? Давайте посмотрим дальше. Ну, он пишет, что вот этот Раша на самом деле тяжело принять как пшат. Почему? Ну, потому что написано 7 свечей. Что, как объясняет Раша, речь идет про 6 свечей. То есть 3 с одной стороны, 3 с другой стороны, которые склоняют как бы свои фитили. Ну, хорошо, речь-то идет про 7, а 7-я-то как бы стоит центрально, поэтому не очень понятно, почему там на одном как бы на одном упоминалось все 7, а здесь из Раши он явно говорит только про 6, да? И он говорит, что вот Гмара в Масехет Могила, она объясняет, такое очень красивое объяснение. То есть пытаются как бы объяснить, как все-таки соединить вот это вот наклонение с тем, что все-таки вышло 7. Ну, как бы там дальше такое объяснение, если я правильно понял, оно заключается вот в чем. Что вот эти вот, вот эти вот 6, да, они наклоняются к центральной, которая на самом деле вот по подсчету, который сейчас делается в Талмуде или по рассуждению, он является Маарави. Маарави значит западный. Может быть, немножко пропущу это, чтобы вас не утомлять, но как бы идея заключается в том, они объясняют, каким образом, ну, как бы было направление самой Минары по отношению к Кодеш-Кадашим, что это было с севера на запад, вот, и получается так, что это вот центральное, это было Маарави. Он был как бы на запад. Вот. А на запад это в сторону как бы вот самой Скинии. И склоняясь как бы к то, что вот эти вот 6 склоняются вот к этой центральной, это как будто они склоняются к самой Скинии. Почему? Потому что вот это вот центральное само находится напротив Скинии. Это как бы вот такой, тут довольно, ну не то чтобы долгое, но в общем вот это вот обсуждение, скажем, этих географических сторон света, но как бы идея та, которую я объяснил. Пройдем тогда как бы дальше. Значит, получается у нас такая история. Да, и получается, что если мы разговариваем о том, что по прямому тексту Торы все 7 должны быть как бы в одном, упоминаются на одном духе, то есть как бы они по отношению к ним, ко всем должно быть одно и то же, то мы из этого должны принять, на самом деле вот все 7 свечей, они являются склоненными, но они являются склоненными по-разному, да? Почему? Объясняет. Потому что вот это вот странное выражение «эль-муль», то есть «к» напротив, он как бы заключается в том, как я понял, что это разделяется. «Эль» – это означает, что 6 наклоняются к центральной, а «муль» – в том, что вот это вот центральное находится напротив «кодыш-кадашим». Это для нас очень важно, да? Да, ну и при этом как бы он говорит, при этом надо понимать, как бы, ну, учитывать, что между Минарой и Кодеш-Кадашим была порохот, то есть была как бы занавесь, да? То есть мы понимаем, что об освящении самого Кодеш-Кадашим речи не идет, да? Более того, приводятся как бы известные пасуки о том, что, ну как бы, да, ну не то, что как бы в книге Малахим, да, цари написано «Ашем Амар Лишкон Беарафель». Ашем будет обитать, Всевышний будет обитать в тумане, если хотите сказать, в Арафеле, то есть, как, то есть не освещенном пространстве. Да? И почему из этого как бы мы делаем вывод, известное выражение мудрецов, «кило ле ора у царих». Он, ему нет необходимости в ее свете, в свете миноры. То есть назначение как будто это света миноры, это совершенно однозначно, что это не для освещения пространства. Окей? А для чего-то другого. Как? Давайте поймем. Итак, значит, у нас получается такая штука. Давайте разберем. Да, и тогда вот тот пасук, с которого мы начали, при том понимании, которое мы сейчас складываем, можно понять немножко по-другому. Каким образом? Таким. При зажигании или при возвышении светом
Миноре, тоже вот это вот, он здесь не объясняет Балатхан, в другом месте, по-моему, это написано, почему не написано сжигание, потому что как бы вот этот свет, он поднимался сам собой, был такое ощущение, что он поднимается, а не в том плане, что его как бы зажигает, как от спички, вот спичка его зажигает, поэтому Балатха. Но по-простому будем говорить при зажигании, да, при зажигании этих свечей, Эль Муля Пне Минура, то есть это при зажигании центральной, да, от вот этих шести, которые наклонены к нему, да, и при ситуации, когда эта центральная наклоняется в сторону шехины, и сейчас мы посмотрим, от нее получает как бы свет, получается такая как бы динамика, что центральная свеча получает источник своей энергии от шехины, к ней наклоняются вот эти вот три с каждой стороны, и тогда в них тоже восходит свет. И, грубо говоря, эта минора, она зажигается не от того, что ее Куэна Гадоль, он ее как бы зажигает, да, а вот такая вот странная, ну не то чтобы странная, но такая механика, да, о том, что источником является Кодеш Кадашим, куда наклонена вот эта центральная, которая обращена центральная лампада или центральная свеча, да, а все остальные склоняются к ней. И вот это ответ на как бы первый вопрос, а что является энергией, да? А теперь посмотрим дальше. Вот очень интересная штука. Это с точки зрения, ну вот как бы общего объяснения механизма, как понять вот этот свет миноры. А дальше идет перечисление на человеческий уровень, тоже очень интересный. Вот он приводит из пророка Захарии, да, тоже как раз уже упоминал Андрей. Вот в 4 главе книги Захарии там говорится известная вещь, да, как раз про минору. Прочитаю сразу русский перевод. «И возвратился ангел». Слушайте внимательно, потому что я подчеркну слова, которые требуют объяснения, непонятные. «И возвратился ангел, говоришь со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившего ото сна. И сказал он мне, что видишь ты? И сказал я, видел я, вот светильник весь из золота». И головка, это лула, и головка, чашечка наверху его. Вот дальше такая конструкция. Головка, чашечка наверху его. Семь лампад на нем. И по семь трубочек у лампад. Это такие, ну, как бы те, которые подпитывают маслом. Что наверху его? И две маслины над ним. Вот что еще интересно. Еще две маслины есть. Вы знаете, какая потрясающая конструкция. Такой, как это называлось, перперто мобили. Вот такой вечный двигатель горения миноры, как мы сейчас увидим, вообще вне зависимости от человека. И две маслины над ним. Одна справа от головки, а другая слева от нее. И отвечал я и сказал ангелу, говоришь со мной. Так, что это, господин мой? Вот это дико странно. Непонятно. То есть, как бы, Захария объяснил все, что он видит. Он видел всю эту конструкцию. И сейчас мы как бы посмотрим по разбору. Она как бы механическое действие, оно совершенно понятное. Оно как бы показывает некоторую конструкцию, которая может работать совершенно самостоятельно. Каким образом она работает самостоятельно? Ну, как бы очень просто, начиная как бы с конца, да? У нас есть масличное дерево или есть маслины, да? С этих маслин шемензайт, масло, капает вот на эти приводные трубочки, а эти приводные трубочки, они идут как бы к этим лопатам. И так оно вообще работает. А тогда вопрос, а что же непонятно Захарии? А что он спрашивает? Да? Непонятно. Вот дальше идет такой разбор лингвистический, текстологический, но он интересный, из этого следуют как бы такие идеологические выводы. А что конкретно спрашивает Захария? Захария спрашивает, «Ма эла адони?» Он у него спрашивает, «А что это такое вообще?» «Эля, что эти?» Еще стоит во множественном числе. «А что это такое?» Да? И его вопрос, он как бы не обосновывается на понятии самой миноры. Почему? Потому что если спросил про минору, должно быть спрошено «Мазу» или «Мазе». Он бы здесь сказал про минору, надо было сказать, а что это такое? Мазе. А он говорит маэле. Эле – это множественное. То есть он как бы говорит, а что это вообще за механизм? Как это работает? Да? А потом, по-видимому, его вопрос основывается на том, что он не понимает смысл
тех деталей, которые были ему сказаны. Первое – это агула. Вот эта гула – это чашка, которая сверху, да, в которой содержала вот этот шемензайт, да, то есть оливковое масло, которое находится над минорой. Дальше, ему непонятно, какая идея этих муцакот. Муцакот-то по-русски было написано вот эти вот трубочки, которые подводят шемензайт к нерот, к этим лампадным свечам. И сверху всего еще есть два как бы масличных дерева. В скобках он говорит, если мы дойдем, очень красивое у него тоже объяснение, которое практически ложится вообще вот ко всем беспорядкам в Израиле сегодня. Вот Ханан Парад, он так очень здорово, хотя понятно, это не сейчас он писал, сколько-то лет назад, может быть, лет 10 назад, насколько это вот как бы ложится на то, что происходит. Да? В скобках он пишет, обратите внимание, вот я сейчас задам вам вопрос, чтобы у нас была какая-то интеракция, да? А кто вспомнит вот на... как это, официальном гербе государства Израиль, да, есть менора, правильно? Окей. А что по бокам? Алло. Что по бокам? Народ. Народ. Оливковые веточки, нет? О, молодец, веточки. Вот это очень важно. И он подчеркивает сейчас, а мы до этого дойдем в конце. Веточки, но не деревья. То есть, похоже, это я сейчас немножко продолжаю, просто не могу удержаться. И веточки, по-видимому, там есть два брата, которые были в Академии Бецалеля, ну, неважно, я не помню уже их фамилии, которые предложили эту штуку. Но они, эти веточки, то есть, во-первых, они были связаны как бы с традицией, они более-менее понимали, о чем идет речь, учили, наверное, когда там в хедере и так дальше, да. Но при этом, как бы, их художественное образование, оно как бы наступило на горло вообще вот пониманию, да, и они сделали веточки. То есть веточки чисто декоративные, с точки зрения дизайна, ну, очень красивые два элемента. Но то, что они не деревья, которые питают, да, это выщелачивает весь смысл. Какой, значит, посмотрим дальше, очень интересно, да. Теперь дальше. Захария, тоге, вот смотрите, слово тоге, потрясное слово. Кстати, те, кто знает иврит или те, кто слышал, вот слово «туэ», что у вас в ушах, как бы, эхо? Откуда мы знаем это слово? Алло. Тхом. Тогу-вабоу. Правильно, а еще раньше? Тогу-вабоу, Берешит. Молодец, тогу-вабоу. Тогу. Смотрите, есть на иврите, это Ханан Парад этого не пишет, он это знает, он обращается как бы к народу, который знает иврит. Но я как бы говорю вам, тогу – потрясное слово, да? Есть много, несколько синонимов для слова «удивляться». Самое простое – это «лафли». «Лафли» – это «удивляться». Они «митпале» называется. Не с ламедом в конце, тогда это молиться, да? А «митпале» с «алефом», тогда я удивляюсь. Они «митпале», они «митпале», я на тебя вообще удивляюсь. Что ты тут какую-то фигню делаешь, да? А вот «тоу» – это вообще чуть ли не состояние, когда человек находится на уровне, не знаю, присутствия при миросоздании. То есть он полностью поражен, находится в состояниях, его мысли находятся в состоянии хаоса, да, он вообще, у него, то есть полное в голове разброд, полное тоу, и он говорит, вот это называется слово тоге. Тоге – это означает, по-русски не знаю, типа того, что я в шоке. Вот Захария говорит, я в шоке. А что в шоке? Он говорит… Он говорит, какой смысл вот этой, естественно, написано на иврите, интересно, я вам показал, но я думаю, что очень много букв, а буквы складываются в два слова, конструкция automated. Какой смысл этой автоматической конструкции, да, которая позволяет миноре как бы заправляться самой себе без, без того, чтобы человек этим занимался. То есть у нас есть некоторая автоматическая конструкция, которая сама по себе заправляется, вообще говоря, этим горючкой. О! И, по-видимому, то, что спрашивает Захария, вот он спрашивает именно эту штуку. Он говорит, Маэле, что это такое? Какой в этом смысл? Да? И его вопрос заключается в том, во-первых, что это? А во-вторых, какая параллель между той минорой, которую ты мне показываешь, очень важно, да, и той минорой, которая в храме, и которая будет в храме. Храма нет во времена Захарии. Но Малах ему показывает, что будет в храме.
И Захария спрашивает его, кроме того, что мне эта конструкция непонятна, он хочет понять, какая Макбила, то есть какая параллель между тем, что ему было показано, и той менорой, которая должна быть в храме, которая будет зажигаться Куаним, да, потомками Аарона, а не от небес. Вот что важно. Идем дальше. Вот дальше у нас такой очень интересный идеологический мировоззренческий вывод. И тогда Ханан Парад, он предполагает, он говорит, а может быть, что глубинный смысл вот этого тмиато, от слова тоэ, да, тмиато, вот это шок, удивление Захарии, когда он видит вот эту минору, которую Мангел показывает, она как бы скрыта, спрятана в его вопросе. То есть его вопрос на самом деле, это не вопрос технический, а что это тут вот за чашечка, а вот что это такие за трубочки. То есть такой вот инженер спрашивает, что у вас тут такое накручено, тут какой у вас софт, какой у вас хард, как это работает. Он на самом деле, да, одно из предположений, он спрашивает, мама кора энергия, а в чем источник энергии? На чем работает? От чего вообще? Кто, как она зажигается? Какой источник настоящий? Источник ее энергии. О! Какая потрясающая штука. А что отвечает им? А что отвечается? А в пророке Захарии дальше, да, в той же 4 главе, в шестом, я отвечал, ангел говоришь со мной и сказал, разве ты не знаешь, что они это обозначают? Это тоже потрясающий ответ. Такой разговор вообще потрясный, да, ангел говорит, ну а ты чего вообще, сам не врубаешь, что ли, о чем речь идет? А что ему говорит Захария? Диалог потрясающий, он ему говорит. Захария говорит, нет, господин мой. Ну, представляете вообще, такой пророк говорит, не въезжаю вообще, просто вообще не понимаю, о чем речь идет. А что ему отвечает ангел? О, ангел отвечает потрясающую вещь. Теперь загадка к публике. Мы сегодня такое, у нас интерактивное занятие. Вот есть Менорат Акнесет, правильно? Наверное, многие из вас видели, читали, может, живьем видели. Напротив входа наш знаменитый Кнесет, куда мы все время выбираем наших представителей, они никак не могут там договориться. Это другой вопрос, да? Вот есть потрясающая Менора, на которых, на этих каним, на ее ветвях вся история, ну, или вообще часть библейской истории. Но там написана вот эта фраза из Захарии, которую ему ответил ангел. Это потрясающая фраза, которую все время те, кто хотят обосновать свою идеологическую позицию по отношению к государству Израиля, они все время ее приводят. Вот кто-то может сказать, что это за фраза? Я ее знаю наизусть, могу сказать на иврите, если вы не скажете, если вы говорите мне, что вы не знаете, что там написано? Алло. Я не знаю. Окей. Наверное, Лобехай. Вот Эмиль, конечно, Эмиль живет в Израиле, он это видел, все показывали, все. Лобехох, вы Лобехай, эла берухи. Что это означает? Лобехох, не силы, вы Лобехай. И не военным как бы могуществом, превосходством. Эла берухи. О, потрясно, да? Потрясная штука. То есть как бы ответ, все, закрыт. Это означает, парень, это я так, да? Это так, вот этот самый, так ангел разговаривает с Захарием. Он говорит, парень, пойми, вот вся эта конструкция, которая так механически классно работает, и можно было понять, что там как бы вот весь этот механизм, все как бы все классно, все там как бы такой вот перпетум мобиле, и то, как они зажигают, все работает замечательно. Но он им ответ-то дает, он говорит, проблема не механическая, проблема здесь концептуальная. То есть без моего духа гореть не будет. Окей. А теперь дальше, как это используется идеологически? Он тоже про это пишет, Ханан Парад, тоже интересно. Естественно, как бы те люди, которые называются Месадедим, которые за или наоборот отрицают, да, ну вот создание государством Израилем человеческими созданиями, да, человеческие создания были по большинству своем такие левые социалисты, скажем, да, замечательные еврейские ребята и уцелевшие из катастрофы и так дальше. Окей, они говорят, вот напрямую же написано, лобы кох, вы лобы кох, вы лобы хайля, лобы рухи.
А что вы со своей армией, а что вы с этим? Молиться надо, Тилим читайте. Вот когда у нас тут летают эти самые, была война с Ираном предыдущая, да, были такие знаменитые наклейки, было написано Тилим нагит Тилим. Что такое Тилим нагит Тилим? Тилим нагит Тилим. Не надо эти купатбаи, не надо никаких железных куполов, читай Тилим. Ну и все, и как бы Господь спасет. Окей, это ну, так по-простому, но как бы идея заключается в чем? Но опять же, очень интересно, да? А что у нас, чем все-таки дальше в продолжении? То есть в продолжении у нас есть еще один ответ, и он еще более он еще более поразительный. То есть, грубо говоря, читать надо до конца. Вот последний этот абзац, да? Он какой? Он говорит, нет, говорит, нужны бицуисты. Вот бицуист на современном иврите – это человек, который оператор, человек, который, вообще говоря, исполнитель, который что-то выполняет. А где у нас тут бицуисты? А вот очень просто. Он говорит, когда моего учителя, а его учителя называется Рабби Цви Иуда Кук, то есть это сын Рава Кука, да, который был один из основателей, главным преподавателем, если так можно сказать, раввинов и Мусада Рав. Ну, это как бы основное центральное учреждение религиозных сионистов, скажем так, да? И когда ему говорили или пересказывали, говорили, ну, а как Рав может объяснить? И написано лобы хальвы, лобы кох. То есть, ну, явно напрямую говорит, что это как бы не человеческое должно быть. А он очень хорошо отвечал, да? Он говорит, цеульмат, а так ты выучи. Смотри, что написано дальше в продолжении, да? А мы смотрим продолжение. Вот в том же самом, это все в той же самой главе, да? Девятый стих говорит, руки Зарубавеля основали дом этот, и руки его завершат, и узнают, что Господь Саваот послал меня к вам. Окей? Ну вот ответ. То есть, грубо говоря, все совершенно правильно. Источник энергии – это Божественный Дух, который у нас в нашей главе подпитывает свет Минары. А тот, кто физически установит и должен как бы восстановить храм, восстановить служение, восстановить Минару, да, и проводить в ней как бы служение – это люди. Это Зарубавель. И первосвященник. Поэтому, как бы Малах ему все ответил. Окей. Теперь дальше. Красивая, по-моему, штука. Заканчиваю и скажу. Вот то, что я уже не удержался и сказал. Очень красиво пишет Ханан Парад. Дальше объясняет подробно. Но я уже как бы сказал в двух словах. Вот это вот действительно, по-видимому, капитальная. Может быть, они не сильно про это думали, но так оно, во всяком случае, можно проследить капитальное различие, которое есть между тем, что видит Зарубавель, да, вот эти два дерева с одной стороны, а с другой стороны, две ветки, которые есть на символе, на гербе Израиля. По-видимому, вот эти вот две деревья, они как бы обозначали вот некоторую как бы источник, ну, как бы физический источник оливкового масла, но обозначали как бы соединение с вот этой минары с духом. А то, что на гербе Израиля это превратилось в такие вот две веточки, чисто декоративное изображение, ну, в каком-то смысле это обозначает, что, наверное, где-то отражает вот тот подход или тот фундамент, на котором был заложен Израиль, который, ну, как бы мы развиваем. То есть, с одной стороны, понятно, что это привязка к Танаху, к Библии, когда как бы наших лидеров прижимали там в ООНе или кто-то и говорил, что отдайте это, кто вы, да, несмотря на то, что они не были религиозными людьми, они как последний козырь всегда вынимали это и говорили, послушайте, вы там вообще по деревьям скакали, когда у нас Авраам Авину тут был, или там еще что-то такое из Танаха приводили. То есть какое-то обоснование, конечно, было, но вот на уровне того понимания, как говорит Ханан Парад, конечно, его не было. И вот это, по-видимому, является как бы нашим главным направлением, да, работы. Вот эти две веточки, которые есть на гербе, чтобы они все-таки превратились в эти вот в два дерева. И тогда это будет совсем другая история.
Ну, вот как бы на одной ноге, это то, что я хотел сказать. Я бы еще сказал, что они похожи на две руки. Человеческие руки, человек присутствует. Да. Смотри, я пропустил, потому что ну, мне неохота как бы народ задерживать сверх времени. Вот действительно, он пишет, что вот эти вот деревья, они как раз отображают сыновей потомков Аарона, и он Бней-Цгар, и он пишет, кто это такие конкретно, про которые как бы имелось в виду, и как бы идея заключается в том, что реально это соединение государственной власти и духовной власти. Но, к сожалению, в гербе Израиля это выродилось исключительно в очень красивые такие две веточки, которые, вообще говоря, современному человеку могут напомнить что-то такое, вот эту вот масличную ветку, которую как бы голубь принес, это что-то такое мирное, туда-сюда, 5-10. А на самом деле изначально смысл совсем другой. Ну вот как бы на одной ноге это то, что я хотел сказать. Ой. Мне вообще показалось, что это очень красивый как бы комментарий. Вы видите, что он... ну, можно сказать, дополняет, либо идет совсем в другую сторону, а не так, как говорит Рав Шерки. Это тоже, я от себя скажу, тоже можно понять. Почему? Потому что времена продвинулись, и, наверное, Израиль дошел до такого уровня, да, когда он как бы в лице Рава Шерки он комментирует и смотрит в сторону народов не мира, универсальности, несмотря на тот избыток проблем, которые находятся все-таки внутри самого Израиля. Окей? Ну хорошо, господа и дамы, есть традиционные вопросы, замечания, что-то такое, пожелание? Давайте я слово скажу. Давайте. Значит, Белатха, значит, имеется в виду, как мне кажется, Ола, то есть жертва Ола, которая полностью сжигается, посвящается Всевышнему. И это, в общем-то, и когда машут эти грудина, и когда приносят этот курбан, и когда коина там под ними, как бы тоже его надо качать, как бы там условно говоря, да, то есть это имеется в виду, что приносится, это жертвоприношение своего рода, то есть приносятся разные стихии, значит, кторет, запах, значит, мясо животных, возлияние, и в том числе как бы и свет. Да? То есть из этого следует, что, значит, когда он приносит эту жертву, там есть разные, значит, в общем-то, позиции. То есть я так понимаю, по-простому очень, пшат, то есть эль-муль, что это значит, он напротив этой миноры, перед лицом, как бы, перед лицом, одновременно это как бы эль-муль-пней. Значит, поскольку минора символизирует единство, духовное единство народа, так вот он должен об этом думать, это его кавана, как бы коина, что вот, когда он приносит эту жертву, вот, и он должен быть как бы расположен эль-муль, то есть непосредственно напротив, то есть не боком, то есть иногда удобно можно сказать, что лестницу там, я знаю, стремянку поставить боком и зажигать, вот это нельзя, там, мы видим на картинке, как он стоит там, на ступеньках, лицом к миноре и зажигает эти светильники, вот. Но направление этих светилей, да, там они к центру, но огонь, как его ни крути, он все равно будет подниматься вертикально вверх, так что тут сам наклон этих, он символизирует, опять-таки, поддерживает это единство, что они все к центру, как бы, да, что это некое единое целое, вот, вместе с Духом Всевышнего и духовным состоянием народа, короче говоря, вот, и поэтому это как бы и шхина, поскольку здесь есть вот это единство, это связь, как бы, да, мне кажется. Ну, вот это я хотел сказать. Окей. Согласен, нет проблем. Вообще вот это вот Алла, Алла, да, вот это вот поднятие, возвышение, да, это все, как бы, это все на тему движения, которое идет как бы вверх. Это и Алла, которая поднимается вверх, и это же, конечно, вот это пламя, которое постепенно поднималось наверх по этому, по фитилю, который был в лампаде, да, вот это все как бы движение наверх. Кстати говоря, репатриация точно так же от слова «оле», да, правильно, «оле хадаш», это у всех на слуху, те, кто когда-нибудь приезжал в Израиль, делали репатриацию, но вот «оле хадаш» просто это как бы всех, да, хотя это совершенно независимо, человек может приехать в Израиль, там, я не знаю, проживает до этого на пике коммунизма или там Килиманджаро, я не знаю, все равно будет алию делать. Вне зависимости от того, куда он географически идет. Тем не менее, называется алия. Ну, вот понятно, что слово репатриация по-русски, но как бы типа возвращение на историческую родину, как мы это со смехом говорим, с полусмехом, но слово алия, да,
чем переводить по-русски, то это, да, у нас есть, например, министерство абсорбции, по-русски называется министерство абсорбции, да, хотя на иврите называется министерство алия вклита. То есть, если по-русски перевод, это называлось министерство поднятия. Кого куда, не очень понятно. Поэтому по-русски переводится министерство абсорбции, жуткое слово, абсорбирует на стенках пробирки. Вот, а на иврите называется красиво, как бы алия. Окей, ну хорошо, господа, дамы, мы что-то выучили, да? Спасибо всем участникам, было дико интересно. К сожалению, нас становится немножко поменьше, но будем держаться. Окей, мне кажется, очень важно то, что мы изучаем. Вносим какой-то свой вклад, свое направление. Окей? Андрей, спасибо. Натан, спасибо. Да. Всем спасибо счастливо. Огромное. Буду дополнительные мысли, пожалуйста. В следующий раз заказан Миша Голосовский. Вот, надеемся, что доктор Линец, я, честно говоря, не думаю, что он в ближайшее время к нам вернется в полном, как бы, возвращении, но, во всяком случае, чтобы он себя чувствовал хорошо, бодиават уже, а после можно сказать, что это занятие можно посвятить его здоровью. Вот. Будем надеяться, что будет хорошо, будут хорошие, как бы, новости и так дальше. Вот, завтра мы проведем... У нас уже один раз такое было, обсуждение, перевод ивритской, израильской актуалии, переводя какие-то вот ивритские источники. Я выбрал некоторое интервью, которое было на радио, Решет Бет называется, второй канал, вот, с человеком, который был как бы начальником, не знаю, исследовательского аналитического отдела Шабака. Он говорил, на мой взгляд, ну, ничего революционного, но очень разумные вещи, которые мне вполне как бы казались интересными для того, чтобы рассмотреть. Но объявление будет завтра. Окей, хорошо. Всем счастливо, пока. До свидания. Всем спасибо, спасибо за участие.